не пойдет молодой человек с большим энтузиазмом в клуб по месту жительства. А вот в коворкинг пойдет. Вот чисто игра слов. Мы проводили даже соцопросы, почему мы сделали коворкинги и зачем мы их сделали. Для того, чтобы переформатировать вот именно советскую устоявшуюся такую структуру под названием клубы по месту жительства в более современные, с современными форматами, с современными направлениями, с современными историями, чтобы молодежь любого звена, в принципе, была готова туда идти. Поэтому коворкинги, как бы, чтобы понимание было сразу, оно в том числе и для вовлечения ребят вот, таки, вот такого деструктивного, так скажем, поведения, и которые у нас на разных комиссиях стоят и так далее. Или просто даже там двоечники. Нет, вам государство вообще в принципе ничего не должно, а вам должны ваши родители. Ну, потому что они вас родили. Государство их не просило вас рожать.